Всем привет! Сегодня я расскажу вам о часах Seiko 5. Почему именно Seiko 5? Пятерка означает, как заявляет производитель, необходимое число компонентов для современных часов. Это противоударность, водонепроницаемость, автоподзавод, дни, недели и дата. Вот эти часы, они полностью на автоподзаводе. Если их потрусить или пошатать, то можно услышать звук ротора. Слышите? Это означает, что часы автоматически подзаводятся. Далее. Вот в этих часах головка на три позиции. Первая — это, можно сказать, нулевая позиция. Часы не заводятся, а просто чтобы стрелка и часовая, минутная не крутились. Вторая позиция — чуть-чуть выдвигаем вниз, и можно настраивать дату. Я перекрутил чуть-чуть. О, вот так. Можно настраивать дату, если крутить против часовой стрелки. Если крутить в обратную сторону, то можно настроить дни недели. Тут на арабском и на английском. Ну, настраивается все. И дальше крутим, выдвигаем и настраиваем часы и минуты. Вот, настроили, зафиксировали, и можно пользоваться часами. Как написано на задней крышке Stainless Steel, это означает, что часы из нержавейки сделаны. А Water Resistant — водонепроницаемые. Также указано название Seiko и номер на корпусе напечатан. Корпус часов диаметром 36 на 34. Также эти часы идут с оригинальным ремешком, но ремешок, к сожалению, не сохранился, поэтому он идет без названия, но полностью подходит к этим часам. Стеклышко тут новое, как видно, все блестит. В общем, часы носить эти — одно удовольствие. Всем, кто смотрел, спасибо за внимание. Подписываемся, лайкаем. Всем пока.